Троллейбус пользуется наибольшей популярностью в стране. Это связано с тем, что данный вид транспорта стал более востребованным в столице и Бельцах, так как в последние годы города постепенно отказываются от услуг маршрутных такси. Данные Национального бюро статистики показывают, что в период с января по март этого года троллейбусами было перевезено 35 миллионов 400 тысяч пассажиров, что на 13,5% больше, чем за тот же период 2021 года. Из них более 88% в Кишиневе, остальные в Бельцах. При этом в первом квартале текущего года поездками в автобусах и микроавтобусах воспользовались более 16 миллионов раз. Из них около 60% в городском сообщении. Кроме того, за первые три месяца года 127 тысяч человек перемещались на поезде и более 107 тысяч на самолете. Власти также сообщают, что в январе-марте автомобильный, железнодорожный, речной и воздушный транспорт зафиксировали рост объемов грузоперевозок. Речь идет о 4 миллионах 700 тысячах тонн, что на 51% больше, чем в первом квартале прошлого года.